Когда бабушка Яга разлила Кощея, назвала она причину этого поступка. У Кощея говорит, там не все бессмертное. Тут соседка приходила, она соль попросила. Я дала ей соль с пургеном, дальше было интересно. Муж мой третий день сидит, он сидит на троне. Говорит он, что мой борщ самый лучший в мире. Что вам, доченьки мои, из-за моря привезти? Можете себе что-нибудь не привези, папочка. Если бы родители разрешали в детстве мне смотреть ночью телевизор, сидя в их комнате, у меня бы никогда не было бы брата. Из курорта муж вернулся, спать он лег с женою вместе, а жена его спросила, а ты что мне изменял там? Муж сказал, чего ты взяла, а жена ей говорит, ты меня уж третий раз называешь Алексеем. Если речь о стриптизах, это как раз тот случай, когда лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Изучил свой гороскоп, вижу плохо дело, все теперь предрекает мне неудачу в бизнесе и в комбинациях недвижимостью. И решил жену сегодня ночью я не трогать и пустые бутылки сдать только завтра. Чем ты занимаешься? Я теперь в кружок хожу. Ну а раньше как было? Мимо кружка ты ходил. Что ты делаешь сейчас? Собираюсь душ идти. Хочешь меня соблазнить? Не хочу помыться. В среду пригласила друга, приготовила салатик из морепродуктов. Приготовила картошку со свертыной и грибами. Рыбу приготовила, а еще вино, коньяк, еще фрукты разные. Так его даже жена не кормила никогда. Ну и я не буду больше, обожался и уснул. Бизнесью разносторонней меня в школе называли. И все это потому, что 15 лет меня на учет поставили, на учет милиции. И еще в диспансере, и еще в психушке.